Доброго времени. Мы начинаем нашу любимую добрую традицию. Совет от колдуна Кузи. Кузенька, ты готов? Готов, да, готов. Уже спешит. Кузя сегодня нам достанет карту. Прогноз на следующую неделю. Да, Кузя? Да, мой хороший, да. Сейчас мы карты потасуем. Не спеши. Сам не выходи. Не выходи сам. Мне туда зайти? Нет, Кузенька, я туда не зайду. Я не помещусь там. Ты меня приглашаешь в гости? Выходить не надо. Выходить тоже не надо. Да. Ну что, будешь доставать карту? Ой, ты мне перышко подарил. Какой молодец. Спасибо тебе большое. А карту достанешь? Да, Кузенька, достань карту. А как ты будешь ее доставать? Тебе так удобно? Ну, доставай. Кузя, ты куда полез? Доставай карту. Ты так много достал. Вот, вот сколько там у тебя карт осталось. Одна осталась, да? Давай покажем, какая карта. Давай сейчас покажем карту, какую у нас достал Кузя карту. Кузя достал карту «Переданные дары». Очень хорошая карта. Многих ждут подарки. Но дары могут быть, конечно же, разные. Да? Это могут быть как подарки, как физические, да, какие-то вещи. Также это могут быть и дары, которые касаются каких-то духовных, может быть, да, вещей. Это могут быть дары рода, например. Да? Если вы работаете со своим родом сейчас, это могут быть и такого плана дары, да, то есть вы можете получить какие-то знания, какую-то мудрость. Ну и, конечно же, это физические подарки. Возможно, у вас день рождения или какой-то ждет приятный сюрприз.